Когда мы с вами говорим о наноэлектронике, очень важно понимать, что в человеческом обществе, вообще в мире, ничего не происходит и не создается просто так. Безусловно, есть области исследований, как правило, это фундаментальные исследования, когда просто человеческое любопытство, если находится на это средство, да, заставляют людей вкладывать огромные средства в получение нового знания. Но, как правило, все такие разработки, исследовательские процессы, они всегда направлены на то, чтобы сделать нечто полезное, да? Либо для домашнего хозяйства, либо конкретно для человека, например, какой-то датчик, например, давление маленький, там, тот же самый телефон, система связи, там, телекоммуникации, тот интернет, которым мы пользуемся, те же самые военные применения, системы управления, наведения и так далее. Это все нужно, да? И это все те области, вообще говоря, которые обслуживают в какой-то степени наноэлектронику, потому что без нее телефон не будет работать, интернет не даст связи, самолеты, ракеты летать не будут, не будет ничего. То есть, по большому счету, если все это выкинуть, вот то, что мы сегодня на сегодняшний день имеем, да, мы очень быстро откатимся, там, век 15-й, так сказать, лучина, так сказать, и печка. Таким образом, практически ни одна область человеческой деятельности в том виде, к которому мы привыкли на сегодняшний день, да, то есть это система слежения, система управления, в том числе домашним хозяйством, любые системы управления, промышленные и так далее, системы связи, медицинские системы, они не работают без электронных приборов. И с учетом нашей сегодняшней темы, с учетом того, тех достижений, которые дают нанотехнологии, мы говорим уже не просто об электронных приборах, а наноэлектронных приборах. И вот все группы этих приборов, которые на сегодняшний день исследуют и производят наноэлектронику, можно разделить на четыре большие группы. Это группы приборов оптоэлектроники, это различного рода датчики физических величин. Как правило, говорят о датчиках давления, скорости, температуры, влажности, гироскопах и тому подобных вещах. Это различные дискретные компоненты, это, как правило, силовые приборы, которые, так сказать, являются управляющим инструментом в каких-то сложных системах. И наиболее крупная, как бы, часть всей этой электронной продукции – это интегральные схемы различного назначения, которые заполнили вообще, как бы, всю нашу жизнь, куда бы мы ни пришли, какой бы прибор в руки ни взяли, там обязательно стоит либо наноэлектронный датчик, либо интегральная схема, либо какой-то дискретный компонент, который включает или выключает какую-то мощную систему, например, требует больших токов, но при изготовлении которого все равно могут использоваться наноэлементы и нанотехнологии. Сейчас мы более подробно и достаточно быстро просто перечислим, какие группы приборов, чтобы было общее понимание, входят в ту или иную категорию наноэлектронной техники. Итак, оптоэлектронные компоненты – это различные приборы с зарядовой связью и коммоп-датчики изображения, вот, которые, в частности, используются в той системе, с помощью которой вы видите и снимаете мое изображение. Это лазерные передатчики и звукосниматели, то есть это звукозапись. Это в том числе такие лазерные технологии используются при записи и считывании информации на хорошо вам известные CD-диски, которые в том числе и в компьютерной технике используются, и звуковоспроизведение. Это светоизлучающие диоды и светодиодные индикаторы. Сейчас, если даже вы выйдете и посмотрите, как работают хорошо светофоры, даже в яркий солнечный день видно свет, это, как правило, светодиодные, так сказать, матрицы. Инфракрасные устройства, устройства связи, цифровые дисплеи. Компьютер сейчас, наверное, в каждом доме стоит, да? И в той же видеокамере тоже там цифровой дисплей. Это все, так сказать, оптоэлектронные компоненты. Различные роды датчики. Как я уже сказал, это датчики физических величин, без которых тоже ни одно электронное устройство работать нормально не будет. Потому что, например, чтобы регулировать температуру в этой комнате, которую управляют наши кондиционеры, обязательно есть датчик, который включен в систему обратной связи и говорит о том, ребята, вообще, вот вы задали 20 градусов, а есть 120 градусов, надо включать вентилятор или нет. Датчики давления, они работают во всех технических системах, включая автомобильные шины в хороших эксклюзивных машинах, обязательно в колесах стоит датчик давления, который связан с электронной системой, который сигнализирует водителю о безопасном или опасном режиме вождения машины. Датчики поворота и ускорения – это системы наведения, это системы, в том числе парковки автомобилей, которые тоже сейчас на сегодняшний день есть. Датчики магнитного поля. Да? Например, в этом смартфоне есть датчик магнитного поля, который позволяет мне использовать компас
и не носить с собой отдельный девайс, да, а использовать обычный телефон, так сказать, и не заблудиться, где бы либо не было. То есть в систему на кристалле, который здесь присутствует, включен соответствующий датчик. Управляющие датчики, микрогироскопы. То есть если кто-то сталкивался с этим термином как гироскоп, раньше это были большие механические системы, вращались огромные массивные диски, которые сохраняли собственный момент вращения, и по воздействию, по усилиям при перемещении какого-то объекта, по изменению этого момента, можно было определять направление движения. Сейчас в этом нет необходимости. Электроника, микро- и наноэлектроника освоила производство, соответственно, нано- и микрогироскопических систем. Таким образом, эти системы, в том числе микрогироскопы, встраиваются как в автомобили, так в авиационную технику, в ракетную технику, и во все системы, при работе которых необходимо точно определять свое местоположение в пространстве, прокладывать курс и соответствующим образом управлять движением. Дискретные компоненты – это, как правило, элементы каких-то силовых систем управления, силовые транзисторы и модули, переключающие транзисторы, диоды, выпрямители – они все тоже требуются, встраиваются в систему управления, как правило, работают в паре с какой-то логической интегральной схемой, которая определяет характер управления, а в исполнительных элементах систем стоят дискретные компоненты, которые, так сказать, пропускают большие токи или работают на сверхвысоких частотах. Например, хорошо известные, многие слышали, наверное, так называемые цифровые антенные решетки, которые используются в современных системах радиолокации. И опять же, при изготовлении всех этих компонентов используются уже хорошо известные нам нанотехнологии. Ну, не хорошо известные, а термин, который обозначает эти технологии, это нанотехнология и наноэлектронные системы. И интегральные схемы. Самый большой, как бы, сегмент этой продукции, какую долю они на рынке занимают, мы об этом поговорим, дальше таблички будут. И они, в свою очередь, подразделяются на такие компоненты, как микропроцессоры, системы преобразования цифровых сигналов в аналоговые, наоборот, так называемые ЦАП-АЦП, сигнальные процессоры, схемы памяти, логические схемы и системы на кристалле, которые зачастую включают в себя очень многие компоненты привычной нам электроники. То есть в одну систему, на один кристалл, на один чип и микропроцессор входят, и память прибора, и устройство ввода-вывода информации, и многие-многие другие компоненты. То есть то, что раньше собиралось в огромных шкафах, состояло из достаточно большого числа приборов, функционально закончен, сейчас вкладывается в одну интегральную схему, называется системы на кристалле. И вот на этом слайде мы приходим к пониманию того, с чего начали, вот когда эту часть нашей беседы стали проводить. Для чего все это делается? Есть такое понятие, как денежный эквивалент тех или иных процессов или явлений, которые происходят в человеческом обществе. И здесь вот показан денежный эквивалент развития рынка нанотехнологий. И цифры, которые здесь обозначены, это десятки миллиардов долларов, говорят о том, насколько это распространено в человеческом обществе, насколько это нужно. Потому что человек всегда стоит перед выбором, куда ему свои, так сказать, деньги потратить. Купить кусок хлеба или купить мобильный телефон. И если он часть тех средств, которые мог бы использовать, например, там, ну, на поездку, например, на море, покупает мобильный телефон, значит, ему это нужно. И, значит, люди, которые занимаются разработкой, исследованиями в этой области – и производством соответствующих изделий, работают на удовлетворение потребностей этих людей, которые покупают эти приборы. Или те системы, которые обслуживают, скажем так, повседневную жизнь человека, то есть домашние электронные системы, системы управления в автомобилях или где угодно. Да? Это все нужно для того, чтобы обеспечить нам тот уровень жизни, тот комфорт, к которому мы привыкли, который мы хотим постоянно улучшать. Ну и здесь вот уже конкретно уже не по нанотехнологиям, а слайд, который, опять же, в денежном эквиваленте показывает динамику роста и ежегодное увеличение производства тех или иных изделий, связанных с наноэлектроникой. Отсюда хорошо видно, что вот если, например, говорить о чисто наноэлектронных изделиях, датчиках, аналоговых схемах, логических, микропроцессорах и схемах памяти, они в совокупности занимают, ну, наверное, больше 60, а может быть, близко к 70% общего объема рынка. И это говорит, что наша жизнь с вами, она все более и более становится электронной и, соответственно, наноэлектронной применительно к той теме, о которой мы с вами сегодня говорим. Ну и вот на этом слайде, в таком в наиболее общем виде, показан процесс, каким образом мы от макромира переходим к наномиру, к нанообъектам и к наносистемам.
То есть есть как бы две тенденции. То есть это так называемые диспергационные методы. То есть это распыление, диссипация вещества. То есть если мы берем, ну, условно говоря, какой-то массивный материал, направляем на него ионный луч, этот материал распыляется до уровня молекулы атомов и потом, так сказать, переходит в какую-то наносистему. Это диспергационный метод. Есть другая, так сказать, тенденция, когда, так сказать, конденсационные методы, когда из газовой фазы с помощью определенных методов воздействия на эту газовую среду мы воздействуем на этот объем и, вызывая осаждение соответствующих частиц на заранее выбранную поверхность, получаем соответствующий нанообъект. Все это как бы сливается, мы получаем, соответственно, как показано на этом слайде, нанообъекты, которые потом интегрируются в наносистему и превращаются в те наноэлектронные устройства, которыми мы пользуемся, вне зависимости от принципа действия, который туда заложен.